Хочу сказать, что я не доверяю следователям Волгоградской области, поскольку неоднократно возбудили уголовное дело по статье 293, часть 2. Трижды его закрывали за отсутствием состава преступления, хотя по результатам экспертиз, по результатам проверок, вина сотрудников Урюпинской кадетской школы подтверждается, но следователи почему-то не хотят доводить дело до суда. Также прошу рассмотреть мое дело в другом регионе и выйти на федеральный уровень, попасть на прием к Бастрыкину Александру Ивановичу по поводу бездействия работников Следственного комитета Волгоградской области. Все.